Творческие люди с нестандартными подходами, которые способны утвердить лидерство, такими должны быть грамотные управленцы. Чтобы работать в сегодняшних реалиях, Магнитогорскому комбинату нужны руководители нового формата. Ежегодно ММК для своих менеджеров организовывает обучение по корпоративной программе «Развитие талантов. Новая смена» на базе Центра «Персонал». Итогом обучения становятся проекты, многие из которых внедряются на производстве. Тельман Алиев, менеджер компании ММК «Информсервис», с коллегами предлагает внедрить в производство свой проект. Его цель – поиск информации с использованием искусственного интеллекта. Это, по мнению создателей, позволит значительно ускорить поиск нужной информации в различных корпоративных источниках и базах данных комбината. Например, в производстве есть автоматизированная информационная система, называется «Норд». И в ней размещаются нормативная документация по различным переделам нашего комбината. И ребята, чтобы найти эту информацию, проходят долгий путь, там порядка 20 минут от точки начала поиска до конца. А мы предлагаем сократить это буквально до 5 минут, чтобы найти эту информацию было просто и доступно. Создали так называемый чат на основе GPT и хотим создать школу, которая будет обучать людей пользоваться данным направлением и решать производственные, бытовые задачи для того, чтобы повысить эффективность как свои собственные, личные, и также производственные для компании. Всего было представлено 9 выпускных проектов. Все они актуальны и могут быть внедрены в производство. Среди них создание цифровых помощников, диагностика механического оборудования станов с помощью цифрового диагноста, сбор и утилизация пластика на территории комбината и многое другое. Обращаясь к участникам, Павел Шиляев отметил, что сегодня перед производством стоят новые вызовы, и комбинату нужны руководители современного формата. Нам важны вот эти взгляды, эти подходы к управлению, современные подходы к управлению с акцентом на мотивацию, да, на вовлечение работника вообще и руководителей в частности в интересы компании. Вот через это вовлечение, через это совмещение интересов и целей, собственно говоря, достигаются самые там правильные, самые высокие результаты, достигаются не таким не тяжелым трудом, а творческой, командной, совместной работы. Мы стоим перед огромными вызовами, и мы должны абсолютно сейчас перестраивать свою работу, потому что очень сильно меняется внешняя среда. Вот. Но, тем не менее, то есть, посмотрев ваши предзащиты, я уже понимаю, что, какой уровень управленца вы представляете. Сегодняшняя защита проекта – это финал полугодичного обучения на корпоративной программе развития талантов «Новая смена». В этом году по традиции для участия в ней организаторы пригласили преподавателей, которые имеют огромный практический опыт работы в крупнейших мировых компаниях. Наша программа помогает слушателям увидеть то, что в них есть потенциал, то, что у них есть ресурсы, то, что их поддерживает руководство, а значит, у них есть все возможности для развития себя как личности и комбината в целом. Наиболее перспективные решения в формате дипломных проектов уже совсем скоро могут быть реализованы на площадках градообразующего предприятия. Юлия Черешнева, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИ.